Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Тенденції моди на осінь 2020. Must-have з цього сезону. Сьогодні про актуальні модні та зручні речі ми будемо говорити з відомою дніпровською дизайнеркою одягу Тетяною Момот. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, нам про актуальні речі, що буде модно носити цього сезону, як дніпрянам одягатися. Ну, основное в этом сезоне – это крой. Это длина макси, это свободный полуприлегающий силуэт. Поэтому обращаем внимание на крой, не покупаем вещи, которые в облипку и которые будто бы вы забрали у своей младшей сестры или младшего брата. Свободный полуприлегающий силуэт и оттенки, которые вам подходят. Щодо відтінків, які все ж таки кольори будуть актуальними цього сезону? Безусловно, кожен рік дизайнери представляють модні відтінки, але я би все-таки рекомендувала жінкам підбирати ті відтінки, які підходять під їх тип внешності, під цвіт волос, цвіт кожи, цвіт глаз. І тому приглашаю всіх к себе в шоурум, определити свій цвітотип внешності, примерити різні відтінки. Наприклад, тільки пальто у мене більше 25 відтінків, які можна прямо зараз померити і приобрести. І в широкій розмірній лінійці від XS до 2XL. Поэтому все же рекомендую подбирать те цвета, которые вам идут, и особо не обращать внимания на модные цвета, потому что вы можете их надеть, но они будут вас не украшать. Какие будут материалы актуальны этого сезона? Натуральные материалы, кожа как никогда актуальна, но также все дизайнеры за экопотребление, поэтому эко-мех, эко-кожа, она будет заменять и натуральные меха, и натуральную кожу. Я использую сейчас уже, на сегодняшний день, использую только эко-материалы у себя. У меня есть и шубки из эко-меха, пальто из шерсти, кожаные изделия я не произвожу. Поэтому вот так. Таке питання щодо аксесуарів. Дуже тяжко іноді підібрати аксесуар саме на холодні пори року, осінь, зима. Що буде модним, як це поєднувати зі своїми образами? Ну, аксесуари, опять же, если смотрели мой показ, я использовала аксесуары, это сумки, это шарфы, палантины, это шелковые платки. Ну, конечно же, украшения, но украшения уже зимой становятся чуть меньше, я имею в виду серьги, кольца и какие-то колье, потому что мы утепляемся, не очень даже удобно с ними. На что хочу обратить внимание? Наши женщины, как правило, то, что мной замечено, выбирают как универсальный черный цвет, то есть черная сумочка, черная обувь. Какие-то черные, темные вот аксессуары, якобы они подойдут под все. Но на самом деле это не так. Есть очень много вкусных цветовых сочетаний, которые подходят именно, цвета комбинируются друг с другом. Здесь рекомендую почитать про цветовой круг. Там нет в этом цветовом круге черных и серых оттенков, но есть цвета, которые друг с другом очень хорошо дружат. И рекомендую, конечно же, прийти ко мне, я расскажу, что вместо черной сумочки может быть бордовая, либо темно-зеленая, что блондинкам больше подойдут песочные сумочки в плане базовой сумки, либо цвет верблюжьей шерсти. Поэтому добро пожаловать, и я расскажу, какие аксессуары подойдут именно вам, что цвет шарфа может убрать сразу 10 лет, если у кого-то есть такая задача или стоит такая задача. Так. Хочу запитати от щодо помилок і щодо ваших спостережень. Спостерігаючи за дніпрянками, за мешканцями нашого міста, які ви робите висновки, наскільки вони модно одягаються, наскільки вони слідкують за трендами і яких помилок, які помилки ви найчастіше помічаєте? От ми сказали про те, що кольори намагаються одягнути модні, але вони не завжди підходять. Яких ще помилок, які помилки наші дніпрянки у образах при створенні допускають?
Знаете, есть очень много, конечно, ошибок. Я все это наблюдаю на улицах. У меня даже есть проект, который называется «Трансформация», куда женщина приходит, и она может измениться, примерить на себя новый стиль, начиная от кончиков волос и заканчивая подбором одежды, обуви, аксессуаров и так далее. Ошибки, когда женщины, особенно которые больше, чем L-размер, то есть плюс-сайз так называемый, они хотят казаться меньше, хотят казаться худее. Это их основная задача, которую они преследуют. И они думают, что если они подберут одежду на размер меньше, это их будет мотивировать раз, они будут казаться худее два. И стройнее, и худее, но все с точностью до наоборот, потому что все обтягивающие вещи, в особенности на женщинах плюс сайз, они только подчеркивают эти лишние килограммы. Это первая ошибка. Вторая ошибка – длина. Не всегда у женщины красивые колени. Это вообще не самая лучшая часть тела, поэтому и хорошо, что сейчас тренд на макси и длина ниже колена. Это очень хорошо, мне нравится этот тренд. Но многие женщины его игнорируют и хотят показать ножки, которые не всегда даже лучше показывать, а лучше подчеркнуть какие-то другие достоинства, которые, безусловно, есть у женщин. Но про цвета я уже сказала, что аксессуары стараются в качестве универсальных подобрать черные. Вот даже на показ самая основная проблема была, так как я подбирала одежду, и мы одевали женщин с улицы. Но это были и мои клиенты, это женщины, мои друзья в соцсетях, которые подали заявку и захотели участвовать в показе. Но показ был на улице, и обувь нужно было подобрать, выбрать среди гардероба этой девушки. Вот мы упирались в проблему, потому что зачастую мы подбирали уже образ, потом начинали перебирать обувь, которая есть у женщины в гардеробе, и она кардинально не подходила. Вот ошибка очень много черной обуви. Очень много черной обуви. Она не всем подходит, разве что жгучим брюнеткам, либо под какой-то определенный образ я бы советовала обращать внимание на другие оттенки и выбирать, кто хочет темную обувь, темную, но не черную. Это может быть и шоколадная, и бордовая, и темно-зеленая, и графит. А вообще сейчас большой тренд на белую обувь, которая подойдет практически под любой образ. Вот такие Дякую ошибки, Аня. за відповідь. Зараз ми ще більш детально поговоримо про колекцію. Хочу ще раз задати таке питання. Ми анонсували на початку про must-have цього сезону. Які речі варто придбати? От я там дивилася на просторах інтернету популярні шкіряні тренчі, якісь панамки. Що варто купити от на цей сезон, аби бути модним? Я считаю, у каждой женщины должно быть обязательно пальто. И повторюсь, у меня сейчас такое количество оттенков и разные фактуры ткани и такая красивейшая палитра цветов. Я думаю, что пальто является не только элегантным элементом гардероба, но и универсальным, потому что его можно надеть под все, даже надеть на спортивный костюм. Меня очень часто спрашивают, можно ли это пальто надевать с кроссовками. Конечно, можно, и с кроссовками, и грубыми ботинками. И, ну, безусловно, на каблуке обувью можно надевать. Дополнительно к пальто я рекомендую приобрести костюм, брючный костюм. Это просто уже must-have. В этом сезоне, ну, 100% он должен быть в гардеробе каждой женщины. Плюс в чем? Во-первых, сейчас пора костюмов, и пиджак используется как верхняя одежда, он нас и согревает, и придает определенный статус, и его можно комбинировать с разными низами. Другими брюками, не от костюма, с джинсами надевать. Можно приобрести несколько костюмов, которые друг с другом миксуются вверх и низ, и тем самым создавать большое количество образов.
Поэтому must-have – это брючный костюм, я считаю, нужно выбрать правильный крой, цвет для себя подобрать. И пальто обязательно ниже колена, свободного кроя, с английским воротником, которое на многие-многие годы будет актуально. Що ж, давайте перейдемо до колекції, яка була представлена на цих вихідних. Але до цього розкажіть, будь ласка, більш детально про свій бренд, на кого він орієнтований, про своїх клієнток. І от переглядала деякі інтерв'ю з вами. Таке стандартне питання: жінка, для якої ви створюєте образи, для якої ви створюєте одяг, яка вона? Женщина, которая носит Момот, это, безусловно, женщина высокого полета. Это женщина, которая уже не будет никому ничего доказывать, ни какими-то вычурными одеждами, ни слишком открытым декольте, ни мини-юбками. То есть для нее важен комфорт, свобода, скорость и темп жизни, поэтому одежда должна быть комфортной, но при этом элегантной. На женщину, которая надевает Момот, всегда обращают внимание, несмотря на то, что одежда не кричит. То есть она не представляет из собой какие-то сложные принты, у меня в основном однотонная одежда. Но она имеет такой точный крой и настолько подчеркивает красоту и особенности женщины, что на нее оглядываются и всегда обращают внимание, и что мне приятно, спрашивают о том, где же приобрели такие вещи. Розкажіть детальніше про колекцію «10 відтінків осені», що надихнуло на її створення, як пройшов сам показ. Мы назвали коллекцию 10 оттенков осени, исходя из оттенков пальто, которые представлены на осень. Это как раз получилось 10 расцветок, от них мы отталкивались. Следующая коллекция – это зимняя коллекция пальто, там еще больше оттенков, 12 оттенков на еврозиму. Но вернемся к осенней коллекции, 10 оттенков пальто. И вот мы выбрали для показа обычных женщин, но самая сложная задача была подобрать образ именно конкретно для этой женщины, для ее типа внешности, для цвета ее волос, цвет глаз. Все должно было гармонировать с цветом пальто, и под пальто должна была быть одежда, которая тоже была от Момот, которая, безусловно, должна сочетаться, все должно сочетаться между собой. И что мне было приятно, во-первых, сами женщины, которых я одевала, они были в восторге от своего образа, потому что идеально по цветотипу внешности были подобраны оттенки, на мой взгляд. И окружающие также это отметили, что не просто одежда надета на женщину, как на манекен, но учитывалось все, ее особенности фигуры. Есть женщины, большинство наших украинок, у них тип фигуры груша, бедра немного расширены. И для такой женщины одежда должна быть, которая скрывает бедра. Поэтому все это учитывалось, безусловно, все это учитывалось, помимо типа внешности. Поэтому все женщины получились очень красивые, гармоничные. Они красиво несли этот образ с гордостью, и мне было очень приятно. Поэтому я приглашаю в шоурум в свой примерить эти пальто. Я помогу подобрать цвет идеально по цветотипу внешности. И к пальто соберем образ капсулу на осень-зиму. Де знаходиться ваш шоурум? Давайте одразу так проанонсуємо, аби жінки знали, куди їм звертатися, куди йти. Шоурум находится недалеко от стадиона Днепр-Арена, на улице Херсонская, 9Б. Это шоурум закрытого типа. Будем говорить, это дом Момот, где я творю, где я всех принимаю, где я одеваю, и женщины выходят счастливыми. Знову ж таке банальне питання, що надихнуло на створення колекції? Меня всегда вдохновляют люди. Я восхищаюсь нашими женщинами, которые, они такие разные, они открытые, они прекрасные. Немножко добавить им
вот эту красивую оболочку, одежду, и, ну, получается полная гармония. Поэтому вдохновляюсь женщинами, именитыми дизайнерами, и очень люблю изначально выбирать ткани, выбираю всегда их по тактильным ощущениям. Мне очень важно понимать, как ткань, какая она на ощупь, как она себя ведет. Поэтому в большей степени отталкиваюсь от тех тканей, которые я нашла, и уже после этого придумываю под них коллекцию. А есть уже планы на майбутню коллекцию? Вы говорите о лете, у меня очень много планов, всегда очень много идей, которые живут в моей голове, проходят определенную трансформацию и потом реализуются. Поэтому идей более чем достаточно. Я сейчас в поиске помощников, которые будут помогать, которые будут со мной на одной волне, будут вовлеченными и также будут любить то дело, которое люблю я. У нас ще залишається час, тому хочу таку підняти ще тему про взагалі ринок українських дизайнерів. Розкажіть, який він, з якими труднощами ви як дизайнер стикаєтеся от у своїй роботі? Сейчас ринок дизайнеров очень большой, начиная от масс-маркета, это дизайнеры, которые производят вещи из бюджетных тканей, используют масс-пошив, ну, то есть это пошив большими объемами, не всегда уделяя внимание качеству, и заканчивая дизайном от кутюр, это высокая мода, дизайнеры, которые принимают участие на украинской неделе моды, это действительно искусство. И вот с чем столкнулись мы, дизайнеры, сейчас, ну, во-первых, это поставка тканей. В связи с карантином были некоторые сбои, потому что в основном мы используем ткани из Италии, поэтому слышала и наблюдала в соцсетях, как дизайнеры сталкивались с этой проблемой, в том числе я сама. Вот также моя проблема, порой, вот почему я отталкиваюсь от ткани, а не от модели, потому что дизайнер может придумать модель одежды, но так и не подобрать под нее ткань, потому что она не будет так драпироваться, как нужно, не будет такая по фактуре, как нужно, или такого цвета. Вот ткани, фурнитура и составляющие, их, казалось бы, много, но не всегда дизайнер может подобрать идеально точно то, что хочется, то, что ты придумал. Давайте наостанок поради нашим дніпровським жінкам на цей сезон, такі, можливо, навіть щодо одягу, щодо настрою від вас, як від жінки, як від дизайнерки, будь ласка. Я считаю, что женщина должна нести в мир определенное состояние, свое настроение и заряжать этим настроением окружающих, своих близких людей, давать эту энергию. И одежда, она определенным образом создает это состояние. Поэтому одежде нужно уделять внимание, потому что я вижу глаза тех женщин, которые одевают на себя правильные вещи, красивую одежду, красивый костюм, пальто. Все это увязывается с аксессуарами, сумочками, шарфами, обувью. И вот она смотрит на себя в зеркало, ее глаза загораются, ее глаза блестят. И, конечно же, такое настроение, оно должно транслироваться. Поэтому женщинам нашим нужно уделять больше времени своему стилю, чтобы вот это настроение для себя создавать. Потому что женщина радуется, когда она красива. Цьому можна навчитися? Можна навчитися створювати модні образи, коли раніше ти цього не вмів робити? Конечно, сейчас очень много курсов. Я дружу со стилистом Анной Неженец, у которой я в том числе и учусь. И у нее в октябре месяце, я точно знаю, стартует еще один поток курса «Стиль в большом городе», куда может прийти женщина и научиться всему,
Что делает стилист? Только для себя. То есть она сможет понимать, какие цвета ей подходят, какие фактуры, какой крой. Она может получить эти все знания прямо здесь у нас в Днепре. Я очень рекомендую этот курс, потому что вот показ я стилизовала сама. То есть я не только дизайнер, но и стилист сейчас. Но невозможно этому выучиться когда-то и остановиться. Этому нужно учиться всегда. Поэтому для наших женщин сейчас все доступно и можно научиться. И я знаю девушек, которые проходили этот курс, и как они сейчас выглядят, и какое настроение у них в связи с этим, насколько красиво они умеют одеваться. Рекомендую. Тетяна, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні у нас у гостях була Тетяна Момот, відома дніпровська дизайнерка бренду Момот. Ми почули відповіді на запитання, як одягатися восени 2020, які речі варто придбати, які будуть актуальні кольори, актуальні матеріали. Я сподіваюся, ви почули всю необхідну інформацію. З вами у студії була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!